я просто задумался. Авария. Ясно. Вы свою вину признаете? Ну да. Хотя водитель «Лады» мог бы пойти на принцип и, несмотря ни на что, доказывать свою невиновность, то решил так не поступать. Раз уж виноват, согласился отвечать за свой поступок. Хотя толком объяснить причину аварии так и не смог. Говорит, за 4-летний водительский стаж впервые задумался за рулем. Причем так, что не обратил внимания ни на знаки светофора, ни на автомобиль, которому в любом случае должен был уступить дорогу. Мы ехали на зеленый свет, а товарищ, видимо, тоже посчитал, что зеленый свет и стрелка – это одно и то же. Ну и тоже поехал в нашу сторону. Прямо передо мной стал поворачивать, думал, остановится. Она продолжала свое движение, короче. Ну и все, я не смог остановиться, дорога мокрая. Как только на перерез появилась старенькая девятка, водитель «Опеля» лишь немного сбавил скорость. Уйти от удара не удалось. Зато повреждения оказались не такими серьезными. Влево мы не могли увернуть, потому что там параллельно машина нас двигалась, а вправо вот как могли уворачивали и... После встречи с представителем немецкого автопрома ветхая отечественная машина нуждается в капитальном ремонте. Причем восстанавливать девятку задумчивому владельцу придется за свой счет. Равиль Сайганов, Альберт Даминов, Эфир 24.